ремонт оптического датчика. Значит, если груша опускается и у вас не начинается отчет времени, это виновата вот эта вот платка, это оптический датчик. Значит, в первую очередь проверьте, что все провода держатся крепко, то есть их подергать можно. На новых моделях аппаратов провода идут не в эту сторону, а вот в эту сторону, в другую сторону. Это сделано для того, чтобы во время вибрации, когда по груше бьют, они вот в этом месте не переламывались. Их лучше заводить вот в эту сторону. Вот, на этом оптическом датчике, вот здесь вот снизу его, так, сейчас попробуем, если видно будет. Так. Сейчас попробуем подсветить это дело. Подсветить. Нету вспышки. Так, вот здесь вот снизу, под оптическим датчиком, есть вилочка пластиковая. И через эту пластиковую вилочку проходит шпилька, датчик. Вот вы можете видеть прохождение. По времени прохождения этого датчика определяется сила удара. То есть чем быстрее пролетел датчик, тем больше сила удара. Вот, если груша опускается и не начинается отчет времени, значит, либо провода вот от этого датчика оторвались, либо вот эти вот точки пайки, которые вот тут есть, вот тут либо обрыв дорожки,